Смотрите! По нам стреляют! 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 Стреляют!
ушел. Зачем вам это? Чтобы спасти Адамса, Хэнкока и их людей. Вы хотели убить их. Убить? Вы с ума сошли? Я хотел переговоров. Нужно столько обсудить. Объяснить. Но теперь все кончено. Если вы не лжете, я передам им ваши слова. Пусть сложат оружие. Нужно прекратить войну. Почему они, а не британцы? Думаете, мы не просили британцев о том же? На все нужно время. И все бы удалось, если бы я сыграл свою роль. Роль кукловода. Лучше нам дергать за нити, чем им. Нет, нити надо оборвать. И всех освободить. Да, и всех поселить в воздушных замках. Ты убиваешь как мужчина. Но говоришь как дитя. Сколько еще умрет из-за тебя? Сахаю ярелеме о тенам да сеттакве. Тинио не яхо тена там да сеттакве. Лучше помогите сворачивать лагерь, чтоб я больше этого не видел! Черт побери! Генерал Паттнэм! Вы живы? Чего не скажешь о Питкерне? Что ж, поздравляю. Но это уже не важно. Я дал приказ отступать. Потери слишком велики, и ради чего? Если Тори так нужен этот холм, пусть подавится. Остров, вот что самое важное. Сейчас это не важно. Ну что еще? Не может быть! Они хотят убить Вашингтона! Thank you.
Враги упорны. Деньги не помогли, они применили силу. Но я убил Джонсона и Питкерна, сорвав их планы. Джордж Вашингтон возглавил и объединил колонистов на пути к свободе. Теперь тамплиеры хотят его смерти. Хотят превратить этот край в мрачный оплот порядка. Нечто бездушное. А он им мешает. Я должен спасти его, чтобы его дело и мой народ продолжали жить. Но чем дальше, тем больше шансов, что меня обнаружат. Тамплиеры думают, их людей убили мятежники. Для них ассасины мертвы или в бегах и не представляют угрозы. Не узнают правду и раскроют меня. Надо быть осторожнее. Как охота, Коннор? Неплохо, но боюсь, этого мало. Ты там, где нужнее всего. Отправься ты за Чарльзом Ли или отцом. И что стало бы с Полом Ривером, с солдатами в Лексингтоне? Солдатами? В тех городах не было солдат. Лишь люди, которых вынудили защищаться. А с тобой иначе? Ты не защищаешь свой народ? У вас с колонистами общий враг. Помощь одним, помощь и другим. Приятно слышать от того, кто считал мою войну глупой. Я и теперь так считаю. Но это не мешает мне гордиться твоими успехами. А тебе-то с чего гордиться? И правда. Верни-ка мне балахон, и клинки, и дротики, и годы тренировок, и знаний, которые я в тебя вложил. Тогда посмотрим, кто имеет право гордиться. Просто согласись, что был неправ. Мальчик мой, ты убил двоих, и один был торговцем, а не воином. Этого маловато, чтобы меня впечатлить. Да ну, старик. Может, нам выйти наружу? Я с радостью покажу, как легко могу... Коннор, это Бенджамин Толмидж. Его отец был одним из нас, можно не таиться. Кажется, у него есть что тебе сказать. Ахиллес сказал, вы раскрыли заговор. Убить главнокомандующего. Да, но у меня нет никаких улик и зацепок. Уже есть, друг мой. Вам нужен Томас Хики, и я помогу его схватить. Как? Объясню по дороге. Мы отправляемся в Нью-Йорк.